Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёжки, как, сука. Так, вот еще не было роликов по Hearthstone. Решил вот Hearthstone показать. К сожалению, я два пака недавно открыл. Что-то не додумался записать это на OBS, так что... У меня побольше голды на самом деле было. Ну, открытие одного пака я записал. В конце ролика вставлю. Покажу потасовку. Вот у меня уже 6 побед. Как раз дейлик у меня на разбойника. Вот, наверное, разбойником сейчас поиграю пару каток. Или пару-тройку каток. Так, против шамана играю. Тут, короче, в чем смысл потасовки, да? Вот сегодня, получается, 29 июля. В чем смысл потасовки? То, что... рандомная стоимость у карт. То есть надо наоборот, как раз чем дороже, тем лучше, потому что заебись, например, мажордома экзектуса на первом ходу поставить, да? То есть тут наоборот надо как можно больше дорогих карт набирать. Вот сука. Я, короче, ступил. Я сначала не понял, как у разбойника серия приемов работает. Никак не мог разобраться. А вот это херово на самом деле. Ну да, конечно, Hearthstone это карточная игра, то есть тут все зависит от лака. Кому больше повезло, тот и победил. Ну, в потасовке. В ранговых играх там еще кто задонатил больше, у кого легендарок больше, тот и победил. Вот, то есть тут лак и донат. Тут, конечно, скилл в Hearthstone это процентов 10, наверное. 5-10% только. Вот, чуваку повезло, он сразу... Вот видите, какие, как ему повезло сразу, какие он карты поставил. Вот и хуй знает, что теперь делать. Вот, держи кружечку. Вообще охрененный код, то охрененный ход, тотем вернуть. В размен пошел, ну правильно, я так же сделал. Но один хер я, скорее всего, проиграл, потому что у него уже такие карты стоят. На большом турнире ты побеждаешь или погибаешь. Я просто красотка. Угу. Как-то так. А еще же и целая луна есть, можно будет похиляться. Да. Вот сука, мразь. Если бы у меня карта дороже маны была, то я бы вернул эту карту. Так, в размен чувак идет, в размен идет по столу. Взрывоопасная овца, вот это опасно. Так. Так, я думаю... Вот так сначала сделать, потому что у меня есть предательство, да? То есть, если что, я предательство заюзаю. Вот, и нормально будет. Вот так. Да, с предательством надо пока подождать, потому что очень ценная карта. Выбранное существо наносит урон, равный своей атаке обоим существам по обе стороны. Да, очень полезная, надо вот с предательством подождать. Вот видите, вот видите, вот сейчас предательство очень хорошо зайдет. Потому я и подождал. Долбоёб, он еще и хилится, бля. Вот видите, как ему повезло. Он на 14 похилится. Ну, про 14 ему не надо, но... Ну да, лакер. Очень хороший у него заход тут. Опа-на. У меня к оружию плюс 2. Неплохо. Так. Предательство. Хватает маны.
Ой, ты сука, как у меня маны не хватает. Хы, странно. Хм. Я думал, что все рассчитал, ну ладно. Постойте-ка, заменяет вашего героя Рагнаросом. А у Рагнароса же, я не помню, 15 хп получается, или что-то я... Я не задрот Херстоуна, я что-то не совсем вот это знаю. Я не привыкла так рано вставать. Ну да, вот видите, удача теперь во второй половине игры на мою сторону как бы. Повернула. Хорошо. На нахуй. Теперь похилимся. И расхитили гробницу, и как хорошо. Да, удача явно повернулась на мою сторону. Хотя неизвестно сейчас, что. У него же еще массовый урон есть, по сути, у жреца. Ой, у шамана. Да, долго я играл уже, мне кажется, затягивается. Затягивается. Блин, что он думает? У него карт нету и ходить нечем. Нахуй он думает? Так. Ух ты, Гормак, ничего себе. О, отлично, как раз сейчас сработает. Летал, нет? Да, летал. Да, неплохо сыграно, в самом деле. Так, Дейлик на разбойника я выиграл. Ой, точнее, завершил, там две победы надо было сделать. Так, ну сейчас, с кем я еще тут не играл? Магом, наверное, магом поиграю. Как раз, может, и дешевые заклинания какие-нибудь. Так, Джайна и Малфурион. Вот за мага я еще не играл. Кстати, в моей колоде мага, да, которой я в ранговые игры играю, у меня тоже вот провидец Стралмара есть, кажется. Вестник Рока, ну, может пригодиться. Посмотрим. Ронин. Ну, для мага хорошая карта, да, Ронин. Вот, фаербол за 3 маны. Ну, правда, это не особо фаербол, это 4 стоит. Вот если бы за одну ману, то вот это я понимаю. Ладно. Опять что-то он долго думает. Угу. Так. Или дан ярость бури за 3 маны. Блять, это дорого. Ладно. О, сколько зрителей. Ну тут я, скорее всего, проиграл. Опять же, ему вот по картам везет. Все, у него уже 2-1, 4-4 на втором ходу. Ух ты, или дан ярость бури за 0 маны. Вот, уже что-то. Фаербол за 1 маны. И вот так вот сделаем. А как-то так. Ярость бури, ну да, неплохо, кстати, для мага. Плюс я еще и Зеру выбил вот недавно. Купил там 2 или 3 пака, уже не помню, и Зеру выбил. Тоже заебись. Но опять же, я это не заснял, к сожалению, не заубейсил. Так. Слуга Йоксарена разыгрывает случайную карту заклинания стоимостью не более 5 маны. Цели выбираются случайно. Нет, не буду рисковать. Вот так вот лучше сделаю. Не буду рисковать.
в лицо. Да, легендарки это хорошо. Легендарки это классно. Это в ранговых играх так и решается. Кто больше задонатил, у кого больше легендара, кто-то выигрывает. Пиздец, он ёбнутый. Надо было сначала жонглёра поставить, а потом всех остальных. Странный ход был, ну ладно. Так, секрет. А какой? У меня нету секретов, наверное. Угу. Да, слугу Йоксарона. Ну, давайте, была не была. Ух ты! Жестко, жестко. Все, в лицо, кстати, что у меня за секрет? Уничтожает существо, которое атакует вашего героя. Так, сейчас пиздец с моим существом придет, я думаю. Я думаю, может вестника рока поставить? Или... Блять, опасно пока вестника рока поставить. У меня кончается время. Что же делать? А, да хуй с ним. Мне не надо вестника рока, пусть так. 4 хп у врага осталось. То есть мне фаербол нужен. Просто фаербол и все. И я фаерболом, в принципе, добиваю. Потому что я магом в основном. То есть у меня 95% игр магом. То есть я неплохо этого персонажа знаю. Вот. Ну, я так и знал, что он будет так играть. Это, в принципе, предсказуемо абсолютно. Ой, спасибо, чародейские стрелы. А, ну тут ГГ. Для него. Наверное, третью игру последнюю покажу. Так, паладин Леодрин. Черт, паладин против паладина. Я буду сражаться с честью. Мой молот пылает священным огнем. Кстати, мне... Так, все оставляем. Кстати, мне это World of Warcraft за 20 уровень дали. У меня там ролики есть по World of Warcraft. Ух ты. Огонек. У меня, кстати, эта карта есть, но я ни в одну колоду не добавлял ее. 1-1 за 0 маны. Ну вот пиздец тоже, опять ему повезло. Сразу 2-4, ебать. И а чё за хуй, почему у меня ни одна карта не удешевилась? Пиздец. Ладно, буду в лицо бить, не имеет смысла пока бить 2-4, боевой берейтер. Хотя опасная карта, если он паладинов напризывает сейчас этих ёбаных. Мы должны очистить солнечный. Неплохо, неплохо. Эх, мне бы сейчас Тириона поставить. Паладин на Мурлоках, кстати, я пару раз видел, но это такое. Да нет, больше даже видел. Не пару раз. Ну да, у него мощнее карта, конечно. Ладно, тогда, наверное, вот так. Сразу вот так разменяться. Да. Осветитель Алого Ордена. Вот сука ебаная. Ну да, у него карты сильнее, чем у меня, я тут ничего не поделаю. Каменная горгулья, херня полная. Эх, сейчас бы в размен с единичками идти. Ох, Тириан Фордринг. Сейчас я его, наверное, проебу, но... Ну я поставлю все равно его. Прикольная озвучка.
Ну а хули, провокация, божественный щит пусть. Правда, он его изи снимет сейчас, этот божественный щит. Прикольная потасовка, то есть потасовки в основном прикольные, но бывают иногда хуёвые. Но на этой неделе, в принципе, вот видите, то есть да, тут уже ничего не сделаешь. У него карты мощнее, чем у меня. Ну, консидить я все-таки не буду, но... А до этого у меня ведь 3 победы подряд было. Ну и плюс я еще не на ОБС там играл. Ну, вот так. Я даже не знаю. В лицо, что ли, идти размениваться? Лицом я имею... Не-не-не, лучше в лицо пойду бить. Больше вероятность, что может все-таки выиграю. Хотя мог убить и каменную горгулью, чтоб тут не хилилось. Вот, ну да, у него намного мощнее прям карты. И прям, ну не то, что мощнее карты, а я имею в виду онлакер. У него карты лучше идут, драваются. Неплохо. Неплохо, вот этого он не учел. Боится проиграть. Идет в размен с существами. Ну неплохо, неплохо. Пиздец. Пиздец. Получает плюс один к атаке каждый раз, когда умирает ваше существо. Пиздец просто. М-да. Болвар фор драгон. Да, у него карты и мощнее. Вот видите, выпадают они ему лучше. Гончая недр за 3 маны. Бля, да как... Сука, бля, так это вымораживает, я ебал. А, тот же летал. Ну да, конечно, противнику очень повезло в этот раз. Пусть порадуются. Угу, долбоёб. Неплохо сыграно, ну ладно. Вот как-то так. Блин, я хотел игру третью показать, ну хер с ним, я... Просто открою тогда пак с картами. Пожалуйста, мне легендарку золотую. Ага, хуй мне. Так, трясинный ползун. Может пригодиться. Алый крестоносец, не уверен. Предсмертный высокогриф саванны. Но у меня есть, кажется. То есть не особо. Ни на мага, ни на чернокнижника, да? Нету, ну... Это у меня на арену тут 205 злата. Пусть останется. Может, даже арену запишу потом. Но вот как-то так, как-то так.